Всем привет! Продолжаем гулять по миру, смотреть какие-то интересные места. Нюрнберг, фонтан, супружеская карусель. Это оригинальный фонтан, еще и называется как брачная карусель. Находится на площади Людвигплац, создан по мотивам произведения немецкого поэта и композитора Ганса Сакса. Скульптор Юрген Вербер создал этот фонтан. Идея композиции фонтана пришла ему в голову после прочтения стиха самого известного нюрнбергского поэта средних веков Сакса. Называется стихотворение «Горько-сладкая супружеская жизнь». Сакс отразил в своем произведении счастливые и горькие стороны своего 22-летнего семейного опыта. Композиция фонтана составлена так, что каждая сторона фонтана представляет собой сценку из жизни супругов, светлые и мрачные моменты брака. 6 скульптурных композиций, расположенных по кругу на стилизованных вагончиках в виде разных животных, отражают различные эпизоды супружеской жизни. И, видимо, какие-то намеки в каждой композиции можно понять, можно разгадать самому. Не надо ничего тут говорить. Сейчас хочу прочесть вам это стихотворение. Слова всесильному, всемогущему Господу нашему славу пою. Слова тому, кто дает всему сущему. Мне же послал он супругу мою. Брачная жизнь воплощение сладости. Вкус кисловаты добавил букет. Сколь вы прекрасны семейные радости, сколько же и тяжки, сомнений нет. Ангел мой, спутница жизни примерная, так хороша и мила и добра, в доме хозяйка и женушка верна, в дом мой приносит немало добра. Правда, нередко гроза собирается, громы, молнии, слезы и крик, очень уж громко супруга ругается, часто бронится, да, я уж привык. К дому спешить не хочу я порою, злющая баба там сводит с ума, но коль несчастье случится со мною, станет жена мне опорой сама. В жизни надежный мой щит и подмога, сколько в ней жизни, сколько огня, в зиму согреет, но ради Бога, пусть она меньше пилит меня, вкусно готовит, чисто стирает, шьет, вышивает, поет соловьем, спорит, кричит, ничего не прощает, радость моя, наказание мое, мой исповедник и искуситель, там, где она и дворец, и тюрьма. Благословенен всемогущий Спаситель, 22 года со мной она. Такое стихотворение. Благодаря этому стихотворению скульптор Юрген Вербер в Нюрнберге на площади Людвигплац вот создал такой фонтан, который называется «Брачная карусель» или же «Супружеская карусель». Ну вот, все, что я вам хотел рассказать, посмотрите. Очень хороший, интересный фонтан, красивый. Пока-пока, до свидания.